Доброе утро! Сегодня предлагаю приготовить простой, быстрый и вкусный завтрак – кабачковые палочки в кляре. Для этого нам понадобится один кабачок, 30 граммов сыра, 2 зубчика чеснока, 100 граммов сметаны 20% жирности и 50 граммов кукурузных хлопьев без сахара. Первым делом на мелкую терку натираем 30 граммов сыра. 2 зубчика чеснока очищаем от кожуры и также натираем на мелкую терку. В чашу для блендера высыпаем кукурузные хлопья и измельчаем их до состояния крошки. В глубокую емкость высыпаем измельченные кукурузные хлопья и сыр. В отдельной емкости смешиваем сметану, чеснок, соль и перец. Все хорошенько перемешиваем, чтобы ингредиенты распределились равномерно. Кабачок нарезаем небольшими брусочками, каждый из которых обмакиваем в соус, а затем в панировочную смесь. Выкладываем их в форму для запекания, смазанную растительным маслом, и отправляем в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 25 минут. Готовые кабачковые палочки подаем с чесночным соусом и можем наслаждаться вкусным завтраком. Вкусный завтрак – отдельный праздник для жизни. Приятного аппетита!